Всем здравствуйте! Мы находимся на нашем стенде NicoStyle на очередной выставке CGF. Здесь сегодня мы представляем нашу новую весеннюю коллекцию 2025 года. И, конечно же, на этой выставке мы решили удивить всех наших оптовых покупателей, так же, как и всегда. У нас впечатляющий стенд, который очень легко найти в новом павильоне именно по этому воздушному шару NicoStyle. Тема нашей коллекции и стенда – это путешествие. И как ничто это олицетворяет воздушный шар, облака и радужная обстановка на нашем стенде. У меня в руках находится два каталога. У нас очень большая коллекция. Здесь у нас верхняя одежда, а здесь софтшелл, трикотаж, аксессуары и наша новая линейка обуви из натуральной кожи. Очень важный момент. Несмотря на то, что все вокруг дорожает, мы делаем нашу продукцию более доступной для покупателя. Не ухудшая технических характеристик, мы снизили цены на нашу продукцию на 10-15%. Все для того, чтобы вас, наших любимых покупателей, стало больше. Сейчас я хочу познакомить вас с новинками в нашей коллекции. На весну у нас помимо высококачественной технологичной мембраны появились изделия для новорожденных детей с аксессуарами для них. Обувь, ветровочки на сеточке, совершенно новые эргономичные конструкции софтшелла и школьная форма. По нашему любимому мембранному ассортименту мы ввели инновации. На всех комбинезонах и комплектах детской серии у нас введена система роста. Теперь вы можете покупать наши качественные изделия и носить их 2 сезона с идеальной посадкой. У нас есть красные швы внутри подкладки, которые распарываются и добавляется 4 сантиметра длины по ногам и рукам. С радостью и гордостью, а еще на зависть конкурентам, я хочу заявить, что теперь в нашей коллекции полностью везде лучшие молнии UKK из Японии, у которых великолепное качество и плавный ход. Ваш ребенок не сможет сломать эту молнию. Это невозможно. И это не нужно, потому что она очень легко закрывается. В нашей новой весенней коллекции появились изделия для самых маленьких. Такой комбинезон 74-го роста и такие комбинезончики и комплектики для самых маленьких лялек с 56-го роста. Также в нашей новой весенней коллекции мы применили новые фактурные ткани, которые вы еще не видели. В них мы исполнили бомберы, легкие ветровки, удлиненные куртки с отдельной манишкой и различного рода парочки. Впервые в нашей коллекции появились ультралегкие ветровки на подкладке сетки. При этом сетка очень плотненькая, но дышит и отводит влагу и пар. В нашей коллекции есть очень крутые модельки для тех, кто постарше. На подростков у нас такое пальто с протупеей, которое можно носить крест-накрест, прямо или вообще снять. Также на этом навороченном пальто есть такая отстегивающаяся манишка отдельная. У нас есть футер. Спортивные костюмы как на начесе, так и на петле. Очень интересные модельки, базовые модельки. И вот такая вот крутота с двойным якобы слоем. В нашей новой весенней коллекции новые спортивные эргономичные конструкции софтшелла. Смотрите, какая она ракообразная, но тем не менее удобная в использовании конструкция комбинезонов и ветровок. И посмотрите, какие прелестные мягкие оттенки. И та-дам! У нас теперь есть школьная форма. Мы на стадии разработки. Сейчас мы представили мальчиков. У нас есть костюмы, брюки отдельные, бомберы, жилеты. И также дальше мы разработаем сорочки, рубашки, сарафаны. В общем, будет полный ассортимент еще на девочек
и даже вязаные изделия. При этом мы стараемся сделать изделия как из трикотажного полотна, более кэжуального плана, очень удобные в ежедневном использовании, так и вот таких красавчиков в более классическом костюмном стиле. Конечно же, под всю нашу коллекцию верхней одежды мы подготовили Конечно же, в дополнение к нашей верхней одежде мы разработали аксессуары, идеально подходящие по стилистике и цветам к нашим курткам и комбинезонам. Здесь есть как шапочки культура, вторящие изделиям из верхней одежды, новая форма такой шапочки киски, новое хлопковое полотно фактурное для более легких шапок. Также манишки, комплекты, шапки с манишками, снуды, шарфы, балаклавы, варежки, перчатки. И все это изготовлено из вискозной пряжи, которая очень практична в использовании. Она не скатывается, она не садится и очень приятная на ощупь, она не колется. Вашим детям очень будет приятно в ней ходить. Тестируем наши изделия прямо на стенде. Вот видите, не промокло. У нас большой выбор обуви. У нас есть эво-сапоги, у нас есть резиновые сапоги. Как на подростков, смотрите, какие крутые Челси на такой платформе. Так и такие милые сапожки для тех, кто помладше. И новинка этого сезона – мембранная обувь из натуральной кожи с подкладкой обработанный, заключенный в мембранный носок. То есть это очень технологичная обувь из хороших материалов, которая не промокает и изготовлена на заводе параллельно с лучшими финскими брендами. Ну что, я завершаю свой мини-обзор. Приглашаем всех на наш сайт, потому что наша коллекция, она огромная, я рассказал совершенно о минимальной части. И спешите заказать, пока все есть в наличии и с самой большой скидкой. Пока!